Всем приветульки, красотульки, с вами Леон и Маугли. О, эй, друзья мои, добро пожаловать в Астронирию. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы продолжаем в Астронире строить офигенную базу и покорять другие планеты в нашей Солнечной системе, если это вообще Солнечная система, кстати, да. Пока мы с тобой перезаходили в игру, просто чтобы снизить нагрузку, скажем так, на наше сетевое соединение, что-то случилось непонятное с нашей базой. Вот эти вот огромные ресурсы, которые сейчас здесь лежат, когда мы пришли, они были очень маленькими. Вот смотрите, видите, какой-то здесь вот слот небольшой вот здесь на земле лежит. Такое ощущение, что часть чего-то рюкзака или что это такое. Какое-то там небольшое соединение, или какой-то генератор мизерный. Вообще это, непонятно, это что вообще, произошло. Это пушечка, как будто бы, знаешь, маленькая, которая собирала органические соединения. Кстати, в натуре, точно-точно, это точно пушечка. И она почему-то лежит, и вообще непонятно, откуда она здесь взялась, и почему она такая маленькая. И, Лев, у тебя какие-то сталагмиты, да, сталагмиты? Да, у меня сталагмиты вылезли, это наросты такие в пещере. Они, конечно, мне немножечко понижают FPS, они уже были, кстати, когда мы сюда только переезжали, они исчезли почему-то на вот предыдущие две серии, и здесь снова появились при перезаходе. Ну, я думаю, они так прикольненько добавляют, так что не страшно, хорошо, не критично. Ну ладно, у меня их нет. Но давай теперь уже начнем то, что мы так долго ждали и что наобещали в прошлой серии. Открытие это наших козырных инопланетных кейсов. Ты да, какой которые выбираешь? Мы привезли с Луны. Я так, давай смотри. Короче, я сделаю ставку на то, что вот в этом находится космический корабль. Нам нужен рецепт космического корабля. Как наперстки, но, да? Мы сейчас с собой придумаем что-нибудь. Где какой, где какой? Запутаю. А, я выбираю! Вот! Серенький. Давай, ладно, серенький. Он похож на какую-то глыбу похож. Так, давай. Он прям как будто вырезали, знаешь, из бетона. Да, вообще натурально. Давай, запускай. Угу. Так, запускаю, жмем. С энергией у нас, кстати говоря, дефицит, поэтому очень важно выбрать правильно. Так, ой, рецепт пошел. Ну не такой большой хорошо. Выбор-то, смотри. Угу. Бур! Бур? Бур? Да, это знаешь для чего? Это строишь кран и наконечник делаешь бур, и? Допустим. И это бесполезная фигня, на самом деле. Но бур подразумевает, что он бурит, видимо, породу и добывает какие-то полезные ископаемые. Но, не знаю, вроде мы своей пушечкой можем спокойненько добывать. Да не мы знаю. Пушками хорошо это делаем. Да, да, короче, ерунда. Давай следующий. Красненький. У нас энергии хватит? Красненький. Хватит, я вижу, уже хватает. В красненьком, наверное, будет какой-то... Что, тоже рецепт? Да, должен быть тоже рецепт. Тоже рецепт. Давай! Я верю в тебя. Фильтры. Да что ж ты будешь делать? Это, а мне вообще это... ничего не дают. Ерунда. А мне как хосту показывают, что выпадает. И выпадает это, в принципе, всем. Блин, у меня создается ощущение, что чем чаще мы выходим, перезаходим в игру, тем меньше шансов выбить что-то годное, действительно. Думаешь, это связано как-то? Who know. Слушай, смотри-ка, я так и думал, вот западло. Ты глянь на последнюю ячейку энергии в этой установке, и там чего-то не хватило. В натуре. Надо что-то надо придумать. Может быть, какой-то органический есть, валяется. Где-то уголь валялся, слушай. Давай попробуем уголь. Уголь или... соединение, органика, что у нас здесь, кислород. Такие, знаешь, все суетятся, ищут. Да, нужно по карманам мелочь. Да. Знаешь, а вот смотри, не хватает нам немножечко. Сейчас я... Копить. О, все, энергию. Я просто добыл с пола, прикинь. Uh-huh, uh-huh. Обычную энергию. Вот, бац, все, зарядил. Все, nice. Поехали. А тут, кстати, еще есть вот такая вот штука. В ней, возможно, ресурс просто какой-то лежит. Но кто знает. Ой, смотри. Алюминий. Алюминий. Ну, обычный алюминий. В таком крутом кейсе и алюминий. Планета Луна нас подвела. Я-то надеялся, что у нас будет что-нибудь годненькое. Ну, вообще, в принципе, это даже не важно, потому что если мы хотим добраться до Луны и там пытаться развиваться, то нам достаточно построить одно жилище, ну и все, собственно. У меня что-то происходит со мной, я не могу нормально двигаться, я очень медленно двигаюсь почему-то. Ты видишь, ой-ой-ой-ой. Я медленно двигаюсь. Может, это камень в сапоге. О, Лев, пожалуйста, подайте. Смотри, что он делает. А что с ним? Смотри, почему он идет, высунув руку вперед? Ты видишь? Смотри. Да. А, мне кажется, ты что-то держишь. Попробуй нажать выстрел там кнопочку. А, точно. А что я держал? Ты что-то подобрал в руке, и, видать, это настолько что-то...
Что-то такое было невидимое. Понятно, понятно. Это Джон с рукой, с протянутой рукой пошел по миру. Кстати, я вот что понял. Я только что собирал полный, скажем так, небольшой контейнер энергии, да, вот со стен. Вот вы подбираете, когда... Это оказывается ровно... Сейчас посчитаем. 8 ячеек энергии. Чтобы как бы было понятно. Если ты понял, о чем я. Ага, понял, да, да, понял, понял, понял. Вот, поэтому... Именно столько же и осталось нам собрать, чтобы еще контейнер один открыть. Я, так, наверное, съезжу наверх. Я поставлю батареи на зарядку, потому что без энергии, конечно, без очень батареи печально. Батареи как-то, да, грустно. Так, отлично. Это что у нас? Смола, смола. Я предлагаю немножечко расширить здесь нашу базу. Возможно, вот отсюда, вот сюда. Да, иди сюда, детка. Смола. Нам нужно построить, знаешь что? Внизу ветровики. Внизу? Ты думаешь, внизу что... ветровики, чтобы энергия была от ветра под землей. Она я есть уже эту там? Идею высказывал. Под землей. Да мне кажется, есть. Есть, вот это же подземные, кто знает, подземные ветра, да. Ну ладно, может быть, можем проверить, по крайней мере. Да, надо на принтере попробовать это распечатать. Так, ты, слушай, я поехал где на все машины? Одна тачки. Здесь наверху, вот я ее увел, а вторая там у тебя осталась. Вот вторая, все, вижу, вижу, я уже начал переживать, думаю, nigga stolen my bike. Так. Тут под землей, к слову, есть еще, знаешь, какая вещь? Немножко забагался. Какие-то пары из-под земли вырывающиеся. Как будто бы на них можно что-то зацепить, и это будет тоже вырабатывать энергию. Я видел какой-то кратер на Луне, когда мы были. Там был какой-то кратер, из него вроде как что-то выходило, но пары я бы не видел здесь. А, вот батарея. Сталагмиты мешают мне ехать. Жесть. Так неудобно. Сбивай их нахрен. Чё, они да себе, я бы о себе с радостью, если там. Бы они рушились. Вот они не рушатся, и чтобы их убрать, это надо под них подкопать, чтобы они упали, а потом закопать их, да, грамотно. Да, чтобы... да, это факт. Это целое дело. Напряженное дело. А как мы можем понять, когда кончится ночь и когда начнется день? Ну, на солнце смотришь, если ты его видишь, значит... Не вижу, не вижу. Значит, идет ночь, логично. Логично. С этим... В этом плане здесь все хорошо, потому что вот эти вот, если ты заметишь, сейчас тебе их даже покажу, солнечные батареи, они смотрят именно на солнце. То есть, когда в поле их видимости появляется солнце, они прям автоматически на него фокусируют. Вот оно что. И идет закачечка. Да. Понятно. Exactly. Слушай, а еще у нас есть гора со снежной вершиной. Да ты чё? Ну ты видишь где? Там? Ну вот куда я показываю, смотри. А, да, и там есть по идее, там, может космическая... Быть, как... Кусок, ракета. Да? Ну, ракеты. Может кусок, быть, сходим, разберем ее как-нибудь? Как ты давай. Смотришь? Пока у нас сейчас там батареи... Прямо? Ну да, в принципе, мы можем... Нам же сейчас чем заниматься еще? Да, вот кейсы тебе. Мы давай, открыли. Пока беги туда вперед. Поэтому надо туда проложить путь сначала. С помощью опор. Опоры у нас здесь. Да, опоры обязательно. Ты на тачке? Подожди, а если кислород не будет? Я на тачке, да. А если кислород от тачки кислород идет, да. Да-да-да. От тачки? И идет до бесконечности. Угу. Прикинь. А, о, ничего ты какой хитрый, а? А я ага, к тебе не сяду. А, смотри, на вторую тачку я пойду сейчас сяду. Но у меня там нет энергии. Не, я кресло энергии. Просто сниму. Я, да, я сниму кресло, и чтобы энергию лишнюю не давай тратить. Давай батарею поставим одну. Потому что... Зарядим, да, полностью. Ну да, неизвестно, что с нами может случиться там. Хорошо. Давай, веди. А, ну все, ладно, поехали с батареей. Хотя, знаешь, если мы что-то вкусное найдем, нам придется выбирать либо батарея... Либо я. Давай, наверное... Не-не, оставь батарею, пусть она будет. Или, по крайней мере... Не, пусть будет, потому что вдруг... Не, вообще, там впереди, возможно, будут источники энергии, вот я к чему. Ну, ты можешь рискнуть и оставить батарею тогда, потом... Я не буду тебе говорить, я же говорил. Ладно, я на сей раз просто тебя послушаюсь. Обычно я все делаю опрометчиво. Вот, смотри, это мне нравится. Ступень какая-то. Так, давай отсюда попробуем наверх подняться. Я не буду туда ехать. Давай. Просто пешком. Я тебе сразу скажу, я там был. Я там... Мед пиво пил? Пиво пил, по усам текло, да, в рот не попало. Тут в центре я нашел... О, тут какие-то звуки. Что это? Может, там инопланетяне?
Не знаю. Я слышу, какая-то музыка такая очень... А! Тут ресурсы ограничены, органический один, и все, больше ничего нет. Так, больше я взял какую-то фигню. Я взял ее? Ай, я падаю, падаю, падаю! Забирайся обратно. Осторожно. Как? Ой, кислорода нет, кислорода нет. Все, я понял, понял, надо возвращаться, кислорода надо возвращаться. Кислорода нет, надо вниз. Я уже знаю, что такое, когда кислорода нет. Это очень-очень плохо. Тут осторожно, так и умереть можно, так спускаться. Кстати, а ты видел, да, вот этот блок с кислородом-то отдельный? Бац. Видел, да, видел. Ты взял что-то оттуда? Со ступени с этой? Ты все выкопал там? Да, я взял все, что можно было, там органические ресурсы, все. Но вообще, здесь знаешь что, на деревьях растут контейнеры эти. Угу. Надо бы их это пособирать. Мы хотели, кстати, это же вообще по сути не контейнеры, это исследование, неизвестное что-то. Ну да. А мы их называем контейнеры. Уже привязалось, так сказать. Кейсы конкретные. Ну а что поделаешь, сами виноваты. Нечего открываться точно так же бездарно открываться, как кейсы во всех остальных играх. Действительно. Я пытаюсь взять какую-то здесь приблуду, но она не берется. Видимо, она несущественна. А вот и солнце. День чудесный. Еще ты роешь, друг прелестный? Действительно, роешь. А, так, где ты у нас? Я пытаюсь отрыть ступень. Давай. Ну, просто так. Просто так решил. Отрыть ступень. Ну, почему бы и нет. Ладно, садись, поехали до дома. В принципе, здесь нет, а солнце уже началось подниматься высоко, работать нам пора. Да, слушай, давай еще кейс возьмем. Давай, если ты сможешь его смогу взять, потому что... У нас впереди еще один слот. А, точно, слушай, можно тогда еще и в руки взять один, понимаешь? Так. Вот. Давай еще один. Так... Ну и тебе надо просто сесть и взять. У нас буря, кстати, начинается, ты понял? Ой, буря! Буря! Где она? Я пытаюсь сесть! Ты должен ее отпустить, сесть и только потом уже взять ее в руки. Так, бери. Слушай, сейчас ты будешь просто... Взял. Визжать! Все, поехали! Поехали! Сейчас полетят кирпичики! О, нас сносит! Господи! Куда ты не туда едешь, левей? Я не знаю, где левей, я правильно еду. Побежали в укрытие, у нас же укрытие здесь есть. Да зачем нам и так нормально на самом деле? Ты куда хочешь отправиться? Я хочу в подземелье к нам. Слушай, мне кажется, это рискованно вообще. Нормально! Я так уже стараюсь! Еще лагает у меня. Ой, это самые страшные последствия. Ну все, она кончилась вроде. А мы уже в подземочке. Хорошо, проехались, только батарея пустая. Съездили, поехали за одним, приехали вообще без нифига. Ну, кейсов привезли зато. Ну да. А, блин, сталагмит, как же ты меня калишь. Ладно. Все, я выхожу. Давай. Что-то я подустал немножко от этой бури. Да, она такая выматывающая. Плюс она, кстати, какая-то кислотная была, необычная. Цвет у нее такой кислотный. Окей. А куда генератор делся у нас? Генератор... У нас был генератор здесь для переработки органических отходов. А вот я не знаю, последний раз я тебе его отдавал. Куда ты его дел? Ну, я сам не знаю. Может быть, он у нас просто куда-то улетел? Может быть, вот так же, как вот эти ресурсы вот валяются такие мизерные. Может быть, генератор тоже упал и уменьшился? Возможно, кто знает. Да и фиг с ним. Так, отрываем вот эти все штуки, кроме батареи нашей, и едем обратно. Потому что там машина осталась, там энергии, надо ячейки подбирать, все дела. Погоди. Так. Ну, главное, чтобы еще топлива хватило. Давай рули! Поехали! Давай. Так, потихонечку. Да сталагмиты! Едеть! Они повсюду! Они здесь, они повсюду, вообще действительно. Это знаешь, как повезет раз на раз. Они то при загрузке мира появляются, то исчезают. Ну, у тебя скоро болезнь будет такая, знаешь, фобия, сталагмитофобия. Ага. Сталагмитофобия, не говори. Так, хорошо. О, можно сразу подзарядить. Так, где тут? Давай машину сначала зарядим. Во, я. Да. Угу. Ништяк пошло. Не, а я-то видишь как, смотри, как я заряжаю. У тебя какой-то шланг есть конкретный. Да, я шланг присобачил. А у меня он не присобачивается.
О, кстати, тут еще один есть жевательный. Оп. Элемент. Так, жевательный, у меня зарядилась элемент. Эта штука. Сейчас мы сейчас ее опять на дозарядочку поставим. А у меня моя батарея заряжается прямиком от машины еще. О, вот ты хитрый, а? Ты смотри. Ага. Но сейчас уже энергия не идет, потому что перекачка в твою идет. Ты какой хитрый! Да, Маугли свое возьмет. Все, я готов. В общем, нам нужно ветровой генератор, вот этот вот, который я все хочу. Из него... А, нужно два алюминия. У нас есть два алюминия внизу. У меня с собой здесь нет. Здесь я вижу, что нету. У меня только есть литий, титан. По-моему. О, здесь титан лежит. Слушай, титан же нам нужен. Титан нужен. Все. Хорошо, что мы его не обменяли. Он все это время здесь лежал, окей. А для чего титан-то нам нужен был? А черт его знает, что-то мы крафтить с тобой хотели из титана. Так, алюминий здесь валялся еще, кстати, вот нашел все-таки. Титан, мы хотели с тобой какой-то бак делать топливный. То есть, по идее, мы ведь можем сделать генератор, который на топливе будет. У нас есть угольный, у нас есть органический. И также еще, насколько я понимаю, мы топливный тоже генератор можем сделать. Ой, я в тебя поставил. Что ж ты сделал? Что ж ты сделал, окаянный? Все, и поехали. Сразу в ночь наступила. Мне кажется, ночь длиннее в этой игре, чем день. Да, скорее всего. А возможно, ты даже знаешь, зависит от генерации мира. Планеты же по-разному себя ведут. Да. В разных системах. Я напрямую решил съехать. Это я сразу вспомнил фильм, где Риддик-то. Ага. Не знаю, как он называется-то. Не застрял. Так. Я где у них, типа, на планете было все время день, и там одна ночь, и когда ночь наступала, и это просто жесть какая-то наступала. Когда наступала ночь, то это был просто тушите свет. Наоборот, как раз тушить свет там не нужно было. А монстры вылезали из-под земли. Вообще, тачки летают. Забираем. Ой. Почему-то вот батарея расходуется, да, а вот сама тачка, ее почему-то аккумулятор не расходуется, а вот батареи почему-то расходуются. Мне кажется, это как-то нечестно. Ну, потому что перманентная, получается, загрузка идет бака автомобиля. Так оно работает. Вот здесь, кстати, сюда можешь подключить свою. А, или туда. Я их сюда, я прям, смотри, нашу базу для исследования еще комплектовал по порной программе. Ага. Так, а вот, в общем, есть титан, я его здесь все-таки положу, посмотрим, может пригодится действительно. Ой, что это у нас? Литий. А, литиум, да, полезно. Так, дальше кейсы пошли. Ух, с тобой мы, смотри, натырили. Ой, так, секундочку. О, все. У меня только что такая же фигня, как у тебя в начале серии получилось, что я на месте ходил. Так, я пошел наверх. Уголь. Мне нужно там скрафтить ветряк. Давай. Уголь. Уголь хорошо, уголь это выбор. Энергия. Да что ж такое-то? Я не могу в машину сесть. Алло, машина. Нам пожалуйста. Нужен какой-то очень крутой рецепт. Эксклюзивный. Вот, все. Эксклюзивный рецепт какой-нибудь космической ракеты. Ну, хочу. Что-нибудь такое, да. Так, я не понял, а что не выпало? А, гидразин выпал. А кейс гидразин, остался. Гидразин, да, хорошо. Гидразин. Есть еще какие-нибудь там кейсы? Ну вот последний остался, все. Давай. Прям интересно, что из него выпадет. Прям интересно, вообще не могу. Ну, ты, кстати, плодов, я так понял, всякая фигня выпадает. Ну да, литий опять. Ресурсы. Литий опять. Выводится. Литий. Литий, это, кстати, очень даже хорошее, на уровне титана. Ну, типа металл, да. Он редкий. Так, где эта штука? Угу. Вот сюда. Что ж такое-то? Нет, прям сюда вот. Оп. Все. Я поехал обратно на поверхность. Мне нужно зарядить мои батареечки. А еще одна батарея есть, третья? Где ты ее? Бросил ее сюда? А я где-то там ее воткнул уже. Ага, вижу. Возьму ее, перезаряжу на всякий случай. Слушай, вот нормально ветряк, смотри, все. Несмотря на то день-ночь, он крутится и вырабатывает электричество. Но опять же зависит от ветра. Вот сейчас он уже не дуть крутится. Будем, значит. Вот не будет, значит, если здесь ветра. Будешь сам стоять возле него и дуть, понял? Да-да-да. Как хомяков, знаешь, вот педали крутить. Да, как ты хотел. Будем потом. Ой, здрасте. Пропустите. Бип-бип. Так, погоди-ка, я тебя действительно сейчас пропущу. Тут. Просто так не, это не проедешь. Давай, давай. Все, удачи тебе там. Спасибо, спасибо. Я выехать не могу, выехать не могу. Гололед. Помогите.
Да что ж ты будешь делать? Куда ты скатываешься-то, а, родной? Такое ощущение, что у меня периодически просто пропадает контроль над автомобилем. Mm-hmm. Все, ветряк работает, прикинь. Пошла энергия. Ты дуешь, сам поди стоишь там. Ну-ка, признавайся. Ну, ногами причем. Ногами дуешь? Это что-то новое. Педали наяриваю. Так. Да что ж ты будешь делать-то? Что-то я не понимаю. Вроде крутится, а энергия не подается. Это как так? Странно. Холостой ход, значит, ну, там контактов нет. Эта штука работает. Откровенно она работает. А, да, вот пошла зарядочка. Все правильно, все понял. И все ясненько. Мне. Ну, меня не улыбается. Кстати, наш шаттл. Ага. Наш шаттл еще где-то там, помнишь, возле первой базы, да, далеко. Валяется, валяется. Ну, это ладно. Что ты говорил, хотел сказать? Не улыбается меня через каждые 30 метров вылазить из машины, чтобы опять в нее залезть. У меня постоянно пропадает контроль над ситуацией. Ну ты бы знал, я однажды 25 контейнеров пешкодрапом с пещеры доносил. О, до... божечки мои. До первой базы, это было очень... Да вы маньяк, жёстенько. Батенька. Ну да, полчаса потратил минимум точно. Я одну батарею где-то потерял по дороге. Что такое, а? Куда она делась? Батарея, да, это такое, знаешь, бывает, там, раз мобильник посеешь. А, ну и батарея, которая в три раза больше тебя. И батарея, да. У тебя выпала. И связка, говорит, ключи от машины, чтобы куда-то ее посеять. Так, а уголь-то заряжает батарею. Что, простите, серьезно? Ну-ка, где там? Ага. Уголь-то все это время вырабатывал энергию, и причем в пустоту. Если не реализовывать, то он просто так и будет жечь. Уголь. И по такому же принципу работают органические генераторы. Так, я пришел. То есть, получается, сейчас мы здесь уже заряжаем, понимаешь, энергию? Да, вот понимаю. Вот что самое интересное. А, вот она батарея летает. То есть, ты... Это я, да, ее. Вот. Понятно. А у тебя бегаю. Там две было? У меня вообще три было. Видимо, ты у меня ее забрал одну. У нас всего было три батареи. Это моя батарея! Видимо, мы когда с тобой пытались разминуться, ты быстренько прихватил по дороге мою батарейку. Возможно, кто знает. Кто знает, что там произошло. Может быть, мы попробуем опять слетать на планету на какой-нибудь? Поищем еще какие-нибудь ресурсов. Я вот тоже думаю, потому что я тут уже гидрозина прям насобирал. Да? Давай. Да, надо вот, получается, припасы эти взять и полететь. Я вообще говорю, предлагаю взять, построить убежище. То есть это вот основание для базы. Ага, и там его сделать. И там сделать, да. И это уже будут совсем другие условия выживания. Давай. Потому что мне интересно посмотреть, что на этой планете. Там такое ощущение, что какие-то осколки от каких-то метеоритов, астероидов. Какие-то вулканы непонятные там, кратеры, что-то такое. Очень необычно. Угу. Именно так. Так, смотри, сколько нам нужно жить, сейчас гидрозина, но я просто сейчас вот наберу, сколько наберу. Вот я тоже тогда сейчас так же сделаю. Я сейчас выкину лишнюю смолу, выкину, она мне нафиг нужна. Не-не-не, смола, кстати, очень понадобится нам на первой планете, прям вообще очень нужна, да? Нужна будет. Литий, наверное, вообще не это... Литий, мне кажется, не понадобится. Вот я смолу тогда возьму. Вообще, если так подумать, все понадобится, но смола все-таки первым делом, да. Я все-таки ладно, хочу гидрозина здесь побольше набрать. Хотя я литиум тоже с собой прихвачу. Тут же есть боковые такие ушки у инвентаря. Лишними не будет. У нас что, кончилось? У нас кончилась энергия, прикинь. Да ты чё? Где батареи? А, батареи у нас остались там наверху заряжаться. Ладно, я пошел туда. Давай. Так, а я сейчас взять машину снаряжу кое-какой штукой. Где тачка наша? А тачка у нас вот. Ага, вот вижу. А я свою тачку, что ли, оставил, блин. Что же это такое творится-то? А ты как-то здесь вообще оказался? Я вот только сейчас вопросом задался. Как ты так без машины-то здесь? А я сам прибежал, потому что я оставил батареи заряжаться. Так, титан здесь. Потому что я понял, что пешочком как-то верней, что... По крайней мере, я уверен в конечном результате, что я дойду. Что нельзя сказать о машине. Так, соединение... Что ж такое-то? Что бы еще подобрать? Здесь хорошо, тепло, поднимайся наверх. Солнце светит. Славно. Цветочки растут. Здесь я реально чувствую некий холод такой подземный. Ну там мрачновато, конечно. Спору нет. Мрачновато, спору нет.
Слушай, я на себя сгрузил... А, о, еще точно. Вот, а как ты подключил тачку к проводу к этому? А, получается, подвозишь ее, там появляется такая, знаешь... Синяя, да, появилась. Вот, и от самой тачки там должно такое, прям, я не знаю, интерактивное подсвечиваться, ты на мышкой наводишь. А, все, вижу, вижу, момент... вижу, все, все, пошло, пошло, пошло. О, прикольно. Кстати, а что это я без батареи-то поехал? Там батарея есть? Ладно, батарея там, наверное, есть. Батареи здесь две полных есть. Мы их, короче, воткнем прямо в этот... В шаттл. В шаттл, да, именно так. И надо еще скрафтить сам, если ты понимаешь, убежище. Угу. Так, все, я приехал. Действительно, стоит такой, заряжает. А вот жилище-то все-таки, наверное, будет занимать слот, поэтому надо будет потом выбирать, что именно мы еще к шаттлу присобачим. А, два соединения всего нужно. Смотри, я полностью весь свой гидразин уже использовал, нужно еще там, может быть, 2-3 капсулы. Ну, вот у меня как раз с собой 2, я думаю, этого более чем достаточно будет. Так, так, я вернулся. Вот оно. Так, смотри, я его поместил. Видишь, кнопочка над ней? Да. Не нажимай ее. Я нажал. Серьезно? Что, она типа все остановилась здесь, да, осталась, да? Так, ладно. В смысле, это часть нашей базы стала, да? Теперь, по всей видимости, да. Нет, вернее, это отдельная вторая база на первой базе. Слушай, нет, подожди, а разве нельзя просто взять и уничтожить ее? Не-а. Ты уверен? По крайней мере, я так не знаю. Я не знаю, как это делается. Так, мне теперь нужно еще два соединения. Мы сейчас настройки посмотрим. Управление. Сейчас мы посмотрим. Jump back, back, deform tool, yeah. Я так и думал, что я неправильно начал тебе про нее рассказывать. Да-да-да. Видишь эту кнопочку? Не нажимай ее. Ты на нее нажал. А, классика просто. Блин, надо еще два соединения. У тебя нету с собой соединения? Соединений у меня нема. Нема, да? Хорошо. Знаешь, я просто сейчас сделаю вот так вот. Ой, что ж такое-то? Э, боже, куда я это запихал? Вот. Ага. Слушай, ну должна быть какая-то возможность удалить ее. Сейчас будет у меня аж 4 соединения. Надо еще смолы. Смолы, точно. Слушай, надо очень много смолы на первое время. Вот нафига нам теперь еще одна база, а? Вот скажи. Вот нафига нам еще одна база? Это... Зачем? Зачем? У тебя фэншуй сразу в голове нарушился, да? Да вообще непонятно, реально. Надо ее уничтожить как-то просто. Но мы ее закопать можем, да? Ее даже не утопишь, потому что, понимаешь, под ней появился бетон. Фундамент, все, я понял. Капец. Вот подстава, а. Так, вот это надо скрыть. И знаешь что, на самом деле, если так подумать... Да не нужна мне она нам. Узнать, сколько стоит обменник. Я просто заранее обдумываю нашу стратегию развития на Луне. Ага. Так, вот, вот это. Так, нам нужна смола. Ее надо дофига. Смолу вот, надо идти вот добывать. Так. Оп. Или ты ее вызвал? Или ты соединение? Я сейчас вызову, да, смолу. Или соединение. О, что-то летит, что-то летит. Сначала прилетели соединения, сейчас я сделаю еще одну. Одно убежище. Так, бац. Ее надо погрузить на машину, чтобы довести до шаттла. Mm-hmm. Так. Ну все, я теперь чувствую угрызение совести. Да ладно, ты, бывает. Да, а прикинь, я, знаешь, можешь сказать, что это моя вина. Я неправильно тебе начал подавать информацию, скажем. Надо было начать с того, что, что бы я тебе сейчас не сказал, ничего не делай. Не нажимай, ничего не делай. Нажимай, да. Я, типа, стой на месте там, не подходи к ней. Не шевелись, может, она нас не заметит. Так, и вот пролетают наши... Отлично. Интересно, а органика есть на Луне? Вот мне прям вопрос такой. Прям вот растительности я не видел вообще никакой там. Так, ну я тогда, знаешь, вот это вот оставлю здесь. Забираю смолу, всю. Вон что-то летает, спутник какой-то. Это наш склад, который летающий, обменник.
Летающий обменник? Ну подожди, вот... ты что-то видишь? Ну, я вижу, какая-то хрень у нас летает там над нами прям. Это не планета. Даешься? Возможно, у тебя забагался обменник, потому что... Вот у тебя сейчас ничего здесь не стоит, да? Нет, здесь не стоит, а в воздухе висит. Если посмотреть... это да, это, скорее всего, вот эта штука, которая у меня здесь стоит, она у тебя в воздухе забагалась, да, и крутится. Ага. Я уже думал, что инопланетяне какие летят. А, ладно, отрываем сидушку. Вот отсюда, вот. Вот отсюда. Так, и цепим сюда. Садись. И поехали к шаттлу. Спецэффекты. Вообще. Так, все. Вываливаемся. Так, у нас получается здесь есть два слота. У нас не хватает топлива, кстати. Давай, загружай. У тебя же есть топливо? Да, нужно два топлива. Да, у меня как раз. Оп. О, ой, все. Отлично, идеально. Отлично. Так, а теперь знаешь, что нам нужно? Нам нужно. Я ветряк пытался подготовить, чтобы энергия была от... не только от энергии. Ой, вернее, от солнца. Угу. Потому что кто знает, какой цикл дня и ночи на Луне. Вот, как может, бы... батарею возьмем с собой? Нас... Батарею, да, тоже запихай. Вот так. А, стоп! А как? Тут же нету еще одного. Она же одноместная, блин. А теперь двухместная. Думаю, я не задохнусь. Да ты серьезно, что ли? Не, мне кажется, он такой штуки не полетит. А может и полетит. А, погоди, тут есть еще вот... А, стоп, слушай, я сел. Я сел в эту штуку. Я... А, боже, я только сейчас понял. Нам не обязательно убежище было строить. От нее просто можно было пустить. От нее тоже можно строить. Нифига. Давай тогда уберем его. Сейчас я прям вижу, как в комментариях все это время писали, типа, тебе не нужен убежище, забудь! Зато у нас 1-1 счет. Я облажался там, ты облажался здесь. Да. И все это с долбанными убежищами. Ладно, пусть будет. Давай, я готов уже. Хотя, знаешь, с другой стороны, возьмем ее. И еще, оказывается, здесь есть еще один слот. Вот как раз ветряк ты туда и засунул. Все, сейчас я приеду с... возьму и как раз вот днем приятно днем уезжать. Хорошо, ладно, я буду ждать тебя здесь, пока напишу письмо родственникам. Hey, nice. Чтоб они нас не ждали слишком быстро обратно, потому что чувствую я, что на Луне нас ждет что-то очень удивительное, тем более мы будем базу основывать, насколько я понимаю, значит это будет целое выживание. Ой, у нас начались тут бури? Я сижу просто в этой штуке. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе, экстренная эвакуация, срочно, быстро все делать и улетать отсюда. Ставь давай ветряк. Она не вставится. Нет, зато ветер поднялся. Зато она крутится. А давай попробуем, да, убежище, поставь ее сюда, а убежище сюда можно поставить, может быть. Ты можешь поставить убежище, нет? Я поставил убежище, нет, туда я не поставлю, наверное, туда вообще ничего не ставится. Ну ладно, тогда взлетаем. Попробуем. Кирпичи полетели, взлетай, Леон! Взлетаем! Вау! Слушай, ну можно было вон на сидушке спокойно летать-то. Я вообще вон горе не знаю, летаю. Вообще не говори. О, да. Планета Щелизяка. Ветряк, смотри. Солнечный ветер. Вообще. Он так еще... Да, что-то пытается там. Ты на Луну отправишься? Да, Луна. Прекрасно. Экселент. Сквозь планету нашу. Мне нравится летать в космосе. Угу. Так, теперь надо высадиться. О, тут три точки спавна. Сейчас, наверное, куда-нибудь в другое место отправимся. Прошлое это мы разграбили успешно. Мне кажется, на поверхности еще что-то должно быть. Тут наверняка какие-то здесь есть. Да, о, смотри, сколько кейсов! Будем их открывать. Все, вылазим. И тут еще гравитация лунная. Я застрял. О, все, нормально. Как здорово. Замечательно. Так, и вот смотри, мы просто тут же берем, бац, и это основание под нашу базу. Ну, в общем-то, кислород у нас есть здесь. Осталось только электричество как-то подвести, и все. Кислород есть, электричество, да, вот у нас получается... Блин, а мы на ней еще и улететь потом, если что, можем. Вот что я понял. Ну да, и у нас хватает топлива.
У нас батарея даже одна есть. Кстати, вот чтобы не было косяков с неровностями в плане постройки, надо выравнивать место под застройку. Смотри, какой кейс! Ого! С самоцветами! Красивенькой! Так, и сюда... Еще оп. Один, смотри. С минералами. Минералочку! А это так вообще, смотри, красенький. Прекрасенький. Слушай, я сейчас понимаю, что я всю смолу задействую. И у меня... Так, надо, знаешь что, надо ресерч. Мы будем копать, если что, мы будем копать. Угу. Бац. Так, и исследование. Нам нужно два соединения. Два соединения у меня имеются. Готово. Так, готово. Так, теперь мы, если что, здесь можем уже исследовать. Так, вот для этого нужна внутри. Энергия. Энергия пошла, смотри, энергия пошла. Ой, вообще с нашего классно. Корабля. Уи! Вообще ништяк. Так, там теперь... еще один кейс есть. Давай откроем кейс, готов? Ну, ты давай открывай, я пока еще один принесу. Давай, открывай. Вообще, так круто здесь. Мне даже свежо, здесь, да? Здесь как-то даже больше нравится, чем там. Там как-то конечно. Весело, а здесь прямо, ну знаешь, прямо конкретно. Выживание на безлюдной... Ну и там она, в общем-то, безлюдная была. На холодной планете. Здесь как-то холодно. Холодно и опасно. О, смотри, какая паровая. Вот это что такое вообще? Да, я точно... Гейзер какой-то или что это здесь? Смотри, как ночь быстро наступила. Офигеть. Если смотреть на горизонт, у меня прям уже голова начинает кружиться. Вообще. Какая она красивая все-таки. Вообще классненько, так здорово. Так, единственный источник энергии у нас пока что это ветряк. Я не знаю, будет ли здесь вообще ветер появляться, но он бы сейчас очень сильно помог. Ну ты помнишь, так, да, что мы делаем, если ветер не появляется? Ты дуешь. Напомни. Ты начинаешь дуть. Ладно, шутка. Я вижу, что рядом с нами есть какие-то полезные ископаемые здесь. Вон там еще один кейс вижу. В принципе... А ты помнишь нашу цель? Мы должны распилить эту планету. Ну, это будет, или, но не сразу. Кусок оторвать надо будет. Не еще. Сразу, да. Но сначала нам нужно немножечко здесь освоиться, выкачать какие-то ресурсы отсюда все-таки. По ну, максимуму, да. Чтобы с чувством выполненного долга пилить ее напополам. Угу. Так, ну пока что энергии у нас нету, а я предлагаю на этом нашу часть вот этого закончить. Да, это нужно сделать, потому что мы уже и так с вами сделали немыслимое. Мы основали вторую базу вообще на другой планете. У нас здесь куча кейсов, которые опять же мы будем открывать уже в следующей серии. Но она будет чуть позже. А пока что, друзья мои, обязательно прямо вот сейчас нажмите на кнопочку руки с большим пальцем, который находится справа под видео. Это секретная комбинация, которая сделает выживание нашим астронифтам здесь более легким. Ну и подписывайтесь, конечно, на наши каналы, ссылка на которые есть в описании. Ну и увидимся в следующий раз. Всем пока, всем удачи, всем покеда! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.